нашему занятию. Посмотрите внимательно, я для вас приготовила вот такие карточки необычные. Ну, нам можно сесть на пол. Приготовила вот такие, Максим, это, нет, подожди, это мы пока не трогаем. Вот только что я положила вот сюда. Нет, все на столе лежит, ничего не берем. Садись рядышком. Егор, чуть-чуть подвинься в стороночку. Карточки, давайте мы посмотрим, а что же берите. Смотрите, что здесь изображено, что здесь есть. Бабочка, еще одна бабочка. Ну, здесь у нас много бабочек. А что еще есть? А цветы и бабочки. Давайте цветы мы... и бабочки. Егор, слушай меня, пожалуйста. Давайте мы с вами разделим наши карточки на две группы. Цветок. Хорошо, все, разобрались. На две группы разделим. В первую линию вот так мы положим с вами только бабочек. Давайте выберем бабочек и положим их. Максим, помогай. Нет, это пока не берем. Максим, положи, пожалуйста, на место. Это нам пока не надо, нам будет мешать. Пока мы выбираем только бабочек, складываем в первую группу бабочек. Так, хорошо. А второй ряд мы давайте с вами положим цветы. Наши цветы. Егор, помогай. Бери цветочки и выкладывай их в ряд. Там еще есть? Все, нет, там больше нет, Максим, поверь мне на слово, там больше нет. Все, садись. Максим, все, пока ничего не трогаем. Хорошо. И давайте мы с вами посчитаем, сколько бабочек нам прилетело на полянку все вместе. Подожди, Полин, все вместе давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь бабочек, хорошо. И давайте теперь проверим, сколько цветов. Все вместе, Максим. Вместе давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь бабочек и семь цветов. Теперь возьмите себе каждый по одной бабочке, какая вам нравится. Мне нравится. Одну. Так. Егор, скажи, какого цвета ты взял себе бабочку? Синего. Максим, ты какого взял цвета? Голубого. Голубая бабочка. А у Полины? Фиолетового. Хорошо. И будем с вами играть в игру. Так. Цветы я буду раскладывать беспорядочно, а наши бабочки будут садиться на цветы. Но задание такое, надо, чтобы ваша бабочка... Подождите, Максим, положись, пожалуйста, на место и меня внимательно слушай. Максим, все, лишнее убираем. Бери свою бабочку. Максим, пожалуйста, ничего не трогай, беру бабочку свою. Встаем в кружок со своими бабочками. Егор, где твоя бабочка? Вон она. Бери бабочку в кружок. Максим, где твоя бабочка? Вот она. Полина тебе подсказывает. Следи, пожалуйста, за карточками, которые я раздаю. Так. Встали в кружок. Ну, я тоже возьму одну бабочку, чтобы вам... Ну, я такую возьму, чтобы вам показывать, как мы будем играть. То есть сейчас вы будете изображать бабочки. У вас у каждого бабочка. Сначала мы повторяем... Егор, встань, пожалуйста, ровненько. Повторяем движения и слова. Внимательно слушайте, которые я говорю бабочке. А потом, когда я скажу слово «опасность», вы должны посадить свою бабочку на цветок. Но только посадить на цветок такого цвета, какая ваша бабочка. Например, если у Максима бабочка голубая, то Максим должен посадить ее на голубой цветок. Держи, Ульяна, бабочку красную. Егор ищет себе синий цветок, Полина фиолетовый, а Ульяша будет садить свою бабочку на красный цветок. Так, встали, подошли, нет, сначала подошли ко мне со своими бабочками и повторяем такие слова. Солнце утром лишь проснулось, подтягиваемся. Солнце утром лишь проснется, бабочка кружится, вьется. Покружились бабочки. Вдруг опасность, берегись. И цветком не ошибись. Положите свою бабочку на цветок такого цвета, какого ваша бабочка. Они могут быть еще на полу, Полина. Не только на столе, еще на полу. Ульяша нашла красный цветочек. Смотри, где лежит красный. Так, хорошо. Давайте еще раз берем свою бабочку. Так, я взял другую возьмешь. Ничего не трогаю. Так, и где твоя бабочка? Вот она, другой.
еще жду. Лена, ну вот красная, твоя лежи. Подходим ко мне, Егор, бабочку свою бери, подходим ко мне, Егор, я тебя жду. Утром солнце лишь проснется, бабочка кружится, вьется. Вдруг опасность, берегись и цветком не ошибись. Нет, опасно, это когда быстро. Егор, где твоя бабочка? Надо цветок ее сажать. Так, все, Максим всю бабочку посадил. Ульяна посадила. Полина нашла. Все, хорошо, давайте теперь соберем. Что? И возьмем все карточки с вами. Садимся в кружок. Что, Ульяна, я тебя слушаю. Егор, иди сюда. Максим, садись. Все, там уже больше ничего нет. Значит, здесь среди карточек у нас спрятались... Давай, уберем ее, эту картинку, она будет тебе мешать. А потом посмотришь. Здесь среди карточек спрятались вот такие карандаши. Внимательно карточки поперебирайте и поищите все карандаши, которые спрятались. Только вот такие карандаши нам нужны. Егор, помогай. Красный. Да. И давайте. Мой любимый... Нет, пока не вытаскиваем. Так, только карандаши ищем. Смотрите, все нашли карандаши или еще есть? Я вот они. Так, еще один есть, я вижу. Кто найдет, кто самый внимательный? Максим нашел карандаш. Так, хорошо. У меня нету ни одного. Так, Егор, всем карандашей достанется. Это лишнего, пока Максим молодец. Придется. И давайте с вами карандаши вот так в рядочек разложим ровненько. Так, и посмотрим, а какого же цвета у нас есть карандаши. Давайте называть цвета здесь. Желтый. Синий. Внимательно смотрите, какой цвет? Синий. Голубой. Голубой. Это какой цвет? Красный. Красный. Это пока нам не надо. Фиолетовый и синий. Зеленый, фиолетовый и синий. И сейчас мы с вами будем нашими карандашами красить полянку. Я возьму карандаш. Подожди, Ульяш, вот такая у нас есть полянка. Посмотрим, что здесь изображено на полянке. Клубничка. Ягодка. Максим, что еще видишь на полянке? Вот это. Это что такое? Травка, да, зеленая? Солнце. А это что? Солнышко. Полина, что видишь еще на полянке? Птички. Подождите, мы пока просто полянку рассматриваем. Птички. Давайте посчитаем, сколько птичек на полянке? Кто сколько найдет? Две. 1, 2, 3 птички. Хорошо. А что еще вот здесь внизу? Что такое синее? Рыбки, 1, 2, 3. Нет, синее. Это что такое? Рыбки. Море, речка и рыбки. Так, хорошо. Давайте мы с вами сначала покрасим Ульяну. Потрогали, все хорошо. Покрасим солнышко. Берем желтый. Ну, Максим, бери желтый карандаш, доставай. И вот такими движениями покажи, как мы красим солнышко. Хорошо, молодец, солнышко покрасил. Отлично. Дальше мы будем красить небо. Небо какого цвета, Ульяна? Синего. Или лучше сказать, речка синего, а небо голубого. Егор, аккуратненько, вот так ручками движения делай, как будто ты небо красишь. Дальше покрасим с вами кустики, деревья. Полина, какого они цвета? Зеленого. Зеленого. Бери зеленый карандаш. Крась наши деревья зеленым цветом. Так, аккуратненько, хорошо. Максим, давай с тобой речку посмотрим. Речка какого цвета? Синего. Синего. Синий карандаш ищи, где он спрятался. За Ульяной спрятался. Бери синий карандаш, крась речку. Клубничку. А, клубничку, хорошо. Ульян, ты тогда покрась речку. А Егор будет красить у нас... Так. Ну, давай ты вот этот вот берег речки покрасишь. Песок оранжевым цветом. Покрась мне песок. Помоги нам, Егор. Иди скорее, помогай песок красить. Так, хорошо, картинку мы с вами покрасим. А чтобы здесь совсем не скучно было на нашей картинке, давайте мы сюда на полянку. Так, хорошо. Карандаши складываем в чехлы. Каждый карандаш в свой чехол. Егор, иди к нам скорее сюда. Так, где-то еще голубой карандаш потерялся у нас. Чехол я вижу, а карандаша нет. Давайте поиграем.
прятки лучше. Чуть позже мы будем. Максим, вот он, где смотри карандаш. Бери его в водичку. И давайте мы на нашу полянку теперь будем высаживать цветы. Так, берите карточки, карандаши мы пока убираем, они нам не нужны. И поищите, пожалуйста, опять цветы. Мы среди карточек выбираем только цветы. Давай, Максим, хорошо? Цветы выбираем. Пока просто ищем. Есть еще цветы? Нет, все, наверное, все выбрали цветы. Хорошо. Так. Придочек давайте тоже сначала положим. Придочек вот так. И посчитаем. Так. Максим. На Егора внимание. Егор, иди к нам сюда скорее. Цветы считать. Пойдем. Иди скорее. Максим.